чтобы написать книгу, и она стала бестселлером. Напытаюсь написать фантастику, но не хватает мотивации. Как заколдовать ее на успех? Я когда написал книгу, которая называется «Ваджарное сердце», я ее писал долго очень. И когда я ее писал, у меня было очень много чувств. Они у меня фонтанировали, они бились в середине меня. И когда она была написана, я ее писал с легкостью, не было никакой тяжести, и она оказалась очень приятной. Я считаю, что это бестселлер. Очень много ее сейчас покупают. Скажите, кто-нибудь читал мою книгу «Ваджарное сердце» художественную? Она вам понравилась? Это книга «Кусочек моей души». Такие книги, в которых есть кусочек души, это книги, которые нравятся людям. Их приятно читать, у них есть яркость такая. Когда человек говорит, я не знаю, о чем мне написать, у меня не хватает мотивации, я хочу вам сказать, на книгах не зарабатывают. На книгах выставляют, наверное, книги – это элемент вашей реализации. Вообще я хочу сказать, что стоит писать книги в случае, если вы хотите дальше стать богатым человеком. Почему? Особенность богатого человека заключается в том, что он обязательно реализовывает себя в творчестве. А написание книг является одним из элементов реализации себя в творческом потенциале или с творческим потенциалом. Естественно, в случае, если вы хотите в дальнейшем реализовать себя в любом виде бизнеса, старайтесь отдельно для себя писать книги. В случае, если вы собираетесь просто написать книгу и сделать так, чтобы она была бестселлером, знаете, так не произойдет.